Всем привет! Хочу показать свои растюшки. Я первый раз укореняла зеленой почкой гортензии. И у меня уже есть результат. Сейчас покажу вам. Вот так выглядит гортензия Pink Diamond. Вот уже воздушные корни у нее. И здесь есть корни. Вот, видите, какие хорошие. Вот корешок хороший. Буду теперь вытаскивать из череночника, приучать к сухому воздуху. Это у меня гортензия, а тоже Pink Diamond. Вот воздушные корни. И тут вон корни. Вон корни. Вот корень внизу. То, что все укоренилось. Это у меня тоже Pink Diamond. Вот корешочек воздушный. И тут вот какие корешочки, видите? О, такие вот. Прекрасно. Просто укоренилась. Буду ее приучать к сухому воздуху. А это петуньку черенковал, я вам показывала. Она как вся подросла, укоренилась. Все здорово. Здесь у меня скальный можжевельник. Тоже череночки стоят. Черночники. Сейчас накрою опять их, поставлю под лампу. Еще хотела похвастаться, у меня теперь есть вот такая ложка весы, а то свесить 1 грамм. И все время приходилось взвешивать на, как сказать, приблизительно. Теперь я буду вот взвешивать, что точно 1 грамм. Заказала я на Озоне, вчера получила. Здорово. Так что все теперь будет точно у меня.